Всем привет, друзья! Мы продолжаем с вами проходить Call of Duty Ghost. И походу дел мы в танке. Так, а походу нам пострелять дадут. Ух ты! Смотрите, нас будут сбрасывать с... Танк будут сбрасывать с самолета. Ух ты! Тряханул парни, да? Ого! Давайте, давайте, открывайте. О, я думал, выход впереди, а он сзади. Прикиньте, танк сбросили. Жесть. Я еду на целом танке. Конечно, это не Battlefield. Такая точно такая же миссия была, почти такая же. А в третьей части батле. И танки здесь как будто, смотрите, они как будто игрушечные едут. То есть нету такой вот этой массивности танка, да? Ну ничего, и так все выглядит довольно. Сюжетка очень круто, такая. Стрельба. Да, я понял, огонь по своим, нифиг перед дулом ездить. Не. Тихо-тихо-тихо, сейчас в эту штуку врежусь. Подожди, дым один или два, управление оружием. А это что такое? Ого. Понял. Тихо. Сейчас. Есть. Как нифиг делать. Так, поехали, пошли дальше. А этого могу из сдула. Пошли дальше. Огонь. Огонь. Едем. О, люди. Дави людишек. Вот. Ну, блин, джипы выехали на танках. Это тоже очень весьма, наверное, смелые джипы. Все к черту разрушается. Да нет проблем. О, привет, люди. Тех передавил. Чего, джи? Че делать? Че такое джи? Я так не понял. А, джит, пулемет. Нахер он мне нужен? Как из него стрелять? Ладно, хер с ним. Огонь, огонь! Нате вам. Опа. Бум, приехали. Я своих задавил, нет? А, нет. Какого хрена? Тихо. Вот так вот. Сзади где-то, слева, справа. А, понятно. Эй, я же убил его первый. Окей, попытка еще одна. Даже стрелять боюсь. Смотрите, как она падает. Да, как же Call of Duty не хватает Frostbite 3, да? Какая же бы сейчас вот за счет этого получилась бы сочная картинка. Так, где-то у нас еще одна. Я не пойму, где я задом еду, где я передом еду. Переключился я на тепловизор.
Еще раз. В общем, поменьше на месте стоять. Вот что нужно делать. Видели, да, сквозь сетку стрелял. Ура! Так, еще один вон там. А дым как? Ого, это я дым пустил. О, на тепловизор перешел. Я дым могу пустить. И теплонаведение включить. Это круто. На какого хера? Куда я еду? Куда я еду? О, люди черные. Вот эту штуку мне надо уничтожить. Так, мне нужно туда. Танк. Ай, понял, свои, извиняюсь. Где мужика просто сдавил, я. Да елки-палки. Я же дым выпустил. Какого фига? Кто меня попал? Где это я? Все, поехали. А тут этот вертолет сбить, он меня бесит. На нафиг. Так, свои. А свои ездят, короче, просто так. Блин, клёво, дым распускается вокруг вообще меня. Так, тихо, сейчас надо попасть. Ну и что теперь? О, откуда он выехал? Все, вон туда надо. Жмем. Дым, тепловизор, огонь. Готово. Есть. Ой, что такое? Взлетная полоса захвачена. Понял вас, Боджер 1-1. Объединяйтесь с 4-м батальоном и сразу к Эхо-3-2. В зоне Фокстрот 9 идет захват приоритетной цели. Призраки в пути. А, это мы уже, да? Ух ты, мы переключились на... Понял, давайте. Работаю по цели. Ну, конечно, бесконечный пулемет это не очень современно на сегодняшний день. Все, надо выходить из вертолета. Пошли. Так, тихо. Нам сразу дали тяжелое вооружение. Значит, врагов должно быть очень много. Какого хера? Да, мы идем туда. Импровизируем. По твоей команде. Хорошо. Я готов, пошли. Давай. Ку-ку, ублюдки. Сейчас подкинь, наверное, стрельнет, смотри. А я стреляю, да? Сейчас попасть бы. Во! Пуф. Они все падают. Вот это было круто. Куда это ништяк было? Есть, давай, вводи коды. Центр, траектория изменена. Готовимся к запуску боеголовки. Внимание, эта зона простреливается из турелей В-75 Мантис. Принято. Отправляю батальон Боджер на расчистку пути. Центр, конец связи. Запустим эту штуку. Так, окей. Ракета пошла. Красавица. Время до удара 9 минут. Центр, все понял. Поздравляю, господа.
где она там? Все. Давай сделаем это. О, да, бэби. Двое против целой армии, это круто. Мы просто супергерои, либо дебилы. Одно из двух. Херана. Жути гранаты, ублюдки. Но. Начало, начало. Они отступают. Тихо, перезаряжаюсь. А, надо еще на время это, короче. Вот не зря нам время включили. Все понял. Надо, не зря нам этот тяжелый. Черт, а ты будешь в меня стрелять или как? Сюда иди, время идет. Давай, давай, давай. Нет. Огонь по этим ублюдкам, пока едем на лифте, чтобы время не терять. Стрелять, прикрывай. Пошли, пошли, пошли. На, сука. Есть. Черт, меня что-то. На. На. Так, у меня, знаете, что надо сделать? Вот надо взять вот этот пулемет у него. Поезд, поезд, поезд! Ты, я бегу, мать твою. Фух. Успели. Пока что, вроде. Странно, сейчас идут икоты, потому что сейчас прошла загрузка, и это вроде как... А, вот танки наши подходят. Но базу сейчас полностью захватят. И мы, по ходу дела, опять за танковый взвод этот играем. Уха! Бум-бум. Законы физики на нас как бы не алё. Нас там без законов физики, но пофигу. Так, осталось 5 минут, между прочим. Так, это... прикрывайте нас вертолеты. Кстати, отличное сочетание вертолетов и танков. Так, вижу цели. Работаем. Ну, пошли вон. Ого, танки дают. Ух ты, ёть, я сейчас перевернусь так. С дороги, с дороги, с дороги. Один. С дороги. Есть. Уха. Цель наведена. Огонь. С дороги. Не на тормозную, ну и... Есть, я все цели вроде разобрал. Не ссыте. Я только сейчас понял, что я жопу еду.
черт, не могу в него стрелять, не вижу его. Ой, все. Что еще происходит? Какого хрена? О, этого... Жесть. Давай, мужик, беги. Давай, говорит. Бегом, бегом, бегом. О-о-о, минус один танк. О, давай, беги. А что написано на танке? Токен. Я ни хера знает, не успел прочитать. Ура! Ну, хоть не я вожу, этим тоже радует. Нормально, все, не сып, своим можно. Не можно. Стреляй по вертолетам. Успели. Центр, комплекс уничтожен. Повторяю, комплекс уничтожен. Всем, кто меня слышит, связь с Локи прервалась. Есть добро на вторую фазу. Повторяю, мы приступаем. Икар, наземное задание выполнено успешно. Они ослепли. Атакуйте их. Икар, говорит центр. Вы должны видеть станцию. Вас понял. Отделилось. Наведение на цель. Блин, ну печально, что звук так квакает. Ого, тут целое реально кольцо спутников. То есть, если они в одну точку ужарят, то это будет... Ого-го, взрыв. Локи. К чему бы это Локи? Был Один, а это Локи. Ну, мы помним по к тому... Ну, посмотрите просто. Марвел. Допустим, Тора. Локи предал Одина, то есть он был сыном Одина. А поначале, помните, спутник назывался Один. То есть Локи предал Одина. Вот это круто, мы в космосе, суперотряд Дельта. Чё сжать? Нажмите, чтобы спуститься. Ну и куда спускаться-то, я ничего не понимаю в этом космосе. Жесть, стрельба в космосе. Труп уже летит. Я ему воздух перебил. Так. Вперед пошли. О, круто, он ее тут в космосе перезаряжается, конечно. Где еще? Где? Я иду вперед. На нафиг. Нифига он, что, пуль не в космосе, пуль непробиваемый. Я думаю, в такой скафандр одного выстрела достаточно было бы. Есть. Я думаю, туда надо, внутрь. Блин, а у нас точно пуленепробиваемый костюм по-любому. Пошли. Вот это уже нехорошо. Хрен. Целиться не могу. Меня куда-то тащит туда, вправо. Томпсон, нельзя останавливаться! Вперед! Вперед, парни, вперед! Только вперед. Мне нравится, как он в космосе перезаряжается. Полетел. Так. Ух ты, собака.
На. Труп уже летает. Блин, тут не разберешь, кто из них труп, кто из них еще летает. Да блин, где ты? 11 часов, это где? Вот здесь где ты? А, во! Твою мать. Вон он впереди меня, наверное, да? Где еще? Ага. Ого! Это вы на подавление, а я по точности. На нафиг. Звук такой глухой, ну как в космосе. Почти. Земля там, смотрите. Ой, я даже обчихнул. Так. Ого, туда уже удары идут. Так, есть. Куда, чё мне, как мне, парни? Ага. Заряды установлены. Будем надеяться, что эти штуки тут. Воу, круто. Привет. Тут еще и слоумо в космосе просто. На. А мы где? Что-то я не понял, что захватить? А, вон ту штуку можно захватить. Тебя все ждут, Томпсон! Я не понял, что захватить нужно. Подождите. У меня тут репачок. Тебя все ждут, Томпсон! Что захватить-то нужно? Что от меня хотят? Контрольное прицеливание. Захватить пульт управления! Я так понимаю, это вот это? Спутники 3, 4 и 8 готовы. Томпсон, начать запуск. Есть запуск шезлов. Соединение с ВПЛ наведения. Круто, это я стрельну. Так, я переключился на беспилотник. Сюда огонь, сюда огонь. Ого, вы только на это взгляните. Воу. Охереть, еще туда и тут. И туда, давайте-ка. А, это поезд, на котором мы, кстати, едем. Так, еще вон туда и вон туда давайте. Вот это супер оружие. Поезд проехал, да? Что? Приказ поступил от призраков. Приказ подтвержден. Повторяю, подтвержден. Огонь по поезду. Что? Томпсон, огонь по готовности. Какого? Ладно. Отец научил нас многому, но один из уроков запомнился мне навсегда. Большинство людей стараются жить, избегая этого урока, до тех пор, пока судьба насильно не ставит их перед ним. Все зависит от того, какой выбор делает человек. Мы с Логаном сделали свой выбор, дали обещание ради погибших призраков. Ради отца. Так они погибли? Или нет?
Ну, в общем, мы это сейчас все узнаем по ходу дела. Что там сейчас произошло на поезде. Мне кажется, сейчас... Ну, это круто, кстати, сделано. То есть, этими моментами здесь показывают, что произошло. Этими моментами там, что произошло 15 минут назад там, что там, там. Это очень круто, очень круто. И, видимо, сейчас вот мы увидим, чем же эти два парня, сына этого призрака, и сами призраки, чем же они там на поезде, наверное, занимались. Почему они отдали приказ. В общем, сейчас мы все узнаем по-любому. Это круто, очень круто. Ну да, 15 минутами ранее убийца призраков. Согласен. А это мы шмаляли, да, смотрите. Очень вот это вот это мне нравится. Вот это вот круто, вот это по сюжету, блин. Прям, когда будут Battlefield 5 делать, прям с этого сценариста прям в пятую часть приглашать. Ух ты, улетел. Так, куда туда? Вижу, вижу, вижу. Ты черт возьми. На нафиг. Я перезаряжаюсь, иди первый. Падай. Упал. Так, пошли, 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 пошли. Да что ж все трясется, мать твою, чуть за поезд такой. На. Да не трясись ты, прицел. Чё? Не ссыкай. У меня все схвачено. Где еще? Вон. Да уж, не дела. Какой-то мутантский поезд. А как с вертолетами? Блин, бесит все, что трясется вообще, жесть. Как на этой хрень вообще кто ездит? Смотри на него. Какого хрена? Прет, 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 прет. Блин. Если бы вот этот поезд ехал ровно, был бы гораздо все проще. Живучи. На. Мы въехали в туннель, кстати, какой-то. Блин. Что-то такой красный. На. Я готов. Ну где? Вот у нас чего. Нажмите F для штурма.
ее. О, смотрите, кого нашел. Ух ты. Ух ты. Тебе не победить, Рорк. Все кончено. Мат. Мат, подтверждаю. Что такое? Что это было? Ты проиграл, Рорк. Все кончено. Да ладно, и вот такой прям конец. Смотрите, они живы еще. Ай-яй-яй, надо ползти первому. Опа. Да я ползу, ползу. Давай, мужик, ну что он не берет-то ее? Твою мать, патронов нет. Давай, 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 патроны. Ф-ф-ф-ф, есть, поймал. Поймал же патрон, нет? Так, опять ползем. Кстати, в Modern Warfare каких-то частей, по-моему, такие же были катсцены. И... Давай, вот сейчас поймаю, вот сейчас поймаю, черт, поймал. Заряжай, заряжай эту гребаную пушку. На. Вот фак, я их обоих прибил. Мы еще под водой. Я еще играю, я тащу его. Это что-то типа миссии, помните, как было в космосе, только теперь я под водой. И хватит ли воздуха выбраться у него, а? Давай, давай, мужик. Почти сделал, еще какой-нибудь акула. Опа, и че, куда? Куда? На свет. Свет в конце туннеля. Давай, 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 давай. Делаем это, там крабики, кстати, ползают. Кстати, в одной из частей Warfare, по-моему, там тоже была. Удерживайте левый и правый мышу. Ты убил его, Логан. Ты сделал это. Тоже в конце была битва такая, прям Мэри. С водой там что-то было связано. Мэри, ты меня слышишь? Хэш? Хэш, это ты? Да, я с Логаном. Мы в порядке. Мы живы. Мертв. Он мертв. Вас понял. Федерация отступает по всем фронтам. Оставшийся груз должен движить, начатое. Держитесь, разведотряд уже на пути к вам. Ух. Красиво. Финальные фейерверки пущены. Держись, чувак, держись. Осталось чуть-чуть. Дымы, дымы очень красивые. Вот в Call of Duty дым очень красивый, но... До сих пор Call of Duty Host. Вот графики до сих пор после батлы невозможно привыкнуть. И на этом заканчивается Host. И, в принципе, с одной стороны, не очень понятная, да, финалка... То есть в конце не очень понятно, как бы, ну, умер ли он или не умер, будет ли продолжение, не будет продолжения. Честно, мне плевать, потому что я не привык к
такому, что игра выдает такое ужасное качество. О, еще продолжение. Да ладно. Действительно, вот. Опа! Сука, это не конец. Я уж думал, это конец. Ах ты, ты смотри. Как он выжил? Я же у нас насквозь прострелил. Смотри, что ты наделал. Друзья, вот это вот неплохо. Вот это уже неплохо. Я думал, вот нелепый был конец бы, если бы так бы все закончилось. Ты был бы отличным призраком. Но этого не случится. Не будет никаких призраков. Мы уничтожим их вместе. Че он хочет сделать? Логан. Не говорите мне на намек на продолжение. Серию из Гаста делать? Да вы шутите. Это конец, друзья. Вот это точно конец. Это стопроцентный конец. То есть дальше не будет никаких заставок. Это прямой намек, как помните, с Black Ops. Black Ops 2, Modern Warfare 1, 2, 3. На мой взгляд, это очень глупо. И почему он его схватил за ногу и потащил за собой? Потому что, помните, как поначалу из него самого сделали какого-то... Он тоже был призраком, и он из него хочет сделать предателя. Сейчас мы слышим, это Eminem. Eminem, не знаю, как песня называется. Но графика мне полностью не понравилась. С этой игрой я очень сильно намучился. Разработчики сделали бы гораздо качественнее, если бы свои сроки все бы успели. Battlefield вышел раньше и гораздо качественнее и лучше. Графика мне понравилась в Battlefield. Сингловая составляющая, сюжет мне понравился больше в Call of Duty. Если бы как бы эти две штуки сместить, графику батлы и сюжет Call of Duty, получилась бы сверхигра, которая переплюнула бы вообще сейчас. Никто бы на сегодняшний день, на завтрашний день никто бы не переплюнул. Но, к сожалению, компания работает по разной баррикаде. Но сценарий, самое интересное, пишут те люди, которые занимались именно Call of Duty. Я надеюсь, что в Battlefield 5 будет тот человек, который прям сделает отличную кампанию, потому что Frostbite может выдать просто замечательную картинку, не нагружая вашу систему. Этот же Call of Duty задолбал по полной программе. Через несколько, каждый подпишу третью серию и начинаю бороться просто с этим Call of Duty, то с запуском, то еще с чем-то. То есть очень проблематична эта часть. По рейтингам сейчас идет Ghost, самая непродаваемая и самая обсираемая игра изо всех частей Call of Duty. То есть такого ужаса уже мы давно не видели в этой ветке. Пора чего-то менять. И Activision, надеюсь, задумаются. И, конечно же, они получат большие миллионы на этой игре. Но хотелось бы, чтобы они услышали и увидели, что хватит нам подсовывать парашу, а тем более очень сильно спешить. И новый движок, что они там говорили. Короче, все это такие выдумки. И кроме сюжета, на сегодняшний день Call of Duty не может ничем похвастаться. Мультиплеер, я не буду писать мультиплеер, мне не нравится Call of Duty мультиплеер. Я за мультиплеер Battlefield, и я уж лучше, знаете, в мультиплеер лучше там посижу, чем буду здесь. Вот. А сюжет мне единственный только вот плюс я нашел, это сюжет в этой игре, и то он какой-то, ну, недоделанный до конца, что ли. И вот этот намек мне в конце совершенно не понравился. Это будет понятно, что Ghost 2, и когда это будет, неизвестно. Ну, можно сказать, известно, это будет следующий год. Там будет и Battlefield, и, конечно же, Call of Duty. И теперь мы будем знать, как уже следующий Call of Duty будет называться. Так что, друзья, если вы думаете, на что потратить деньги, потому что в ценовом барьере эти две игры почти одинаковые, я бы потратил деньги на Battlefield.
Если вы просто хотите, как и я, посмотреть на сюжет, это можно скачать где-то и просто посмотреть чисто для себя. Если вы хотите, конечно, мультиплеера, но, знаете, фанатов в Call of Duty тоже очень достаточно много, и они начнут говорить, что вот, в Call of Duty есть тоже свои плюсы. Да, есть плюсы, но эти плюсы уже какого года, и давным-давно это пора все обновлять. И наобещали очень много всего, да, Activision, и чего мы видим? Мы видим ту же самую картинку и дикую забагованность. Почему-то больше всего про эту игру у меня это отложилось. Собака, ну, пару миссий с собакой появилась. Зачем она нужна была? К херу ее знает вообще. А в этой игре такие миссии по стелсу, и вот собак здесь совершенно вообще не нужно. Вот, надеюсь, в госте втором, Ghost 2, Призрак 2, да, все это переделают и исправят. Что ж, а я буду с вами прощаться. Надеюсь, вам понравилось мое прохождение. Буду ли я ждать Ghost 2? Нет, я его не буду ждать. Мне вообще после какой части? Это последнюю часть я играл в первый Black Ops, и все. На этом я понял, что дальше в Call of Duty, ну, как такой серьезный проект, больше можно его и не ждать, и не играть точно. Но в госте я вдвойне это для себя увидел, что ничего не меняется. И лучше играть в Battlefield на сегодняшний день, 2 года подряд Battlefield показывает гораздо лучше. Что ж, нам осталось только ждать критиков, которые, я думаю, ничего хорошего по Гасту не скажут. Вот. И в этом году все-таки Battlefield опять в очередной раз обошел. Что ж, будем прощаться. Сюжет, конечно, крутой. Вот. Конец непонятен. И, ну, жалко, конечно, что будет продолжение. Вот и все. Что ж, надеюсь, вам все понравилось. Всем удачи, всем пока.